Всем еще раз доброй ночи Ну вот этот ролик я Думал уже сегодня не сделаю Уже время 9-10 часов Уже Ну думаю отвечу еще на один вопрос Это я уже говорил на эту тему Вот Вот в Анкаре вот, С отечественниками Поддерживаю ли я связь С, с отечественниками ну, соотечественник у меня кто может быть? Ну, из моей малой родины Туркмении. И где я свою жизнь прожил, Россия. Вот. И оттуда, и оттуда есть, конечно, здесь люди, много людей. Кто-то живет легально, кто-то живет нелегально, кто-то уже получил гражданство, кто-то нет, кто-то работает по рабочей визе, кто-то без всякой нелегально работает, таких очень много. Вот. Но вот реальных вот таких встреч, реальных вот таких, да, у меня вообще было мало. В Анталии было, в Анталии было, и то я первые годы, вот у меня было такое, вот такое желание такое, чтобы создать, как бы, так скажем, союз такой бы, как бы, сообщество соотечественников, которых вот можно было бы типа клуба, чтобы друг другу в чем-то помочь. все таки на чужбине люди язык не знают друг друга. Кто-то больше знает, кто-то меньше. Кто-то, например, врач, кто-то инженер, кто-то программист, кто-то автомеханик. Каждый в своей отрасли как-то это вот так сплотиться, вот так думал. И вот так друг другу помогать, вот так жить. Ну, как говорится, мечтать не вредно. Мечтать не вредно. Вот. Это, конечно, не сбылось. Как бы это самое не было печально, это самое, но такое невозможно. Я понял это, сделал вывод потому что я уже говорил про что где наши трое собирается, там уже сплетни. Сплетни, раздор, короче, обязательно это. Вот. А так хорошо было бы. Но были такие знакомства, которыми я знакомился так сам лично, по моей инициативе, как бы это, ну, все заканчивалось, как бы, скажем так, это были и мужчины, и женщины, которым по телефону, да, вот как-то вот это начало по Фейсбуку, потом для ля ля для ля ля короче, вот, а потом, когда вопрос денег коснулось, а в каком плане, что после трех-четырех вот этих эпизодов по телефону поболтать или даже просто один раз встретился, там это уже спрашивали долг долг деньги, одолжить деньги. Вот. Ну, естественно, у меня принцип один уже, это уже я себе его вот здесь сделал, как у нас говорят, ни у кому не давать, ни у кого не брать. Все. Вот. И тут же отклеивались. Отклеивались даже такие, которые были так и самые, которые и я к ним в гости ходил пару раз. Не к ним, а к, я говорил про одну женщину, которая рядом жила. И она, вот у меня была, я ей ходил, помогал мебель собирать туда, да. Вот очень состоятельная женщина была. И она, я не знаю как это, но в течение полугода, полугода она любила такая была любительница была по всяким этим вечеринкам нашим с подружками, да. Хотя ей говорили, а так-то вот, хотя мы с ним в возрасте были, я говорю, слушай, будь осторожен, туда-сюда, пятьдесятая, ни к чему хорошему не приведет это. Она говорила, нет, я все нормально, я опытная, туда-сюда. Но она была интеллигентной такой женщиной. Вот. И как-то далека была от таких вот этих, как я сам когда-то. Вот у нас сначала квартира. Я уже говорил вам, квартиру уже смотрю, уже другие люди живут с первого этажа. турка перебрались в ее квартиру. Ее, это сам, она уже на съемную ушла куда-то. И буквально где-то через несколько времени она мне звонила, сказала, что, а, чтобы я ей занял, короче, 3,5 тысяч долларов. Тогда было как раз такое время, когда надо было обязательно показать банке сумму на каждого человека по 6 тысяч, значит, не делаю. Я прекрасно знаю, кто ее подруги, кто ее друзья. Я ей сказал, извини, пожалуйста, я тебя не могу, даже если бы было, сейчас я говорю, нет, так и свободно денег если было бы недавно. Все. Вот. Потом она еще раз перезвонила, сказала, хотя бы тысячу долларов это самое. Я говорю, нет. Вот. И все на этом. Разговор закончен. И она не, не звонила, ничего. Потом она уже, она уже сейчас уже года три в России живет. Вот. У меня так и было. И мужчины тоже. Только познакомишься где-то. Буквально через некоторое время. Просит долг обязательно, вот. я сказал, я сам на чужбине нахожусь, вот, мне бы кто-то давал, я хотя не привык ни у кого занимать или что, если я кому-то что-то даже за что-то должен, я сразу или перечисляю, или отдаю, у меня нет такого, чтобы это самое, без всяких этих. Если я сказал кому-то что-то, например, или у кого-то, если что-то взял, неважно, человек мой друг, знакомый, разницы нет. Вот. И сам, сам тоже требуется того же самого. Ну, извините, в свое время, говорит, одному человеку, говорит, пришли долг, попросит, и он хотел отдать, говорит, руки ему говорят. Вот. Мной не отдавая. Вот на ножке это самое. На ножку он между ног положил деньги, протягивает деньги. Тот, который пошел, тот говорит, а ты что? Говорит, ногам мне деньги тянешь. Ты знаешь, говорит, потом руки говорят, обижаются. Что говорит это? Ног говорит, обижаются. Потому что, говорит, ты руками дал, а моими ногами, говорит, за ними бегает, чтобы собирать их. Пусть, говорит, он отдает, он и будет бегать их собирать. Вот, поэтому вот такого, чтобы нету, понимаете, что бескорыстная вот такая какая-то бы дружба была бескорыстная. Вот помните, песни поется «Бескорыстная дружба мужская». Вот. <coughs> тоже, чтобы было бескорыстно, чтобы, да? Вот. И у меня большинство знакомых тоже мне обычно звонят, когда им от меня что-то надо. А до этого они даже не позвонят ничего. Никогда. А потом, как явление христиан народу, где-то через год, даже через полтора, даже через два могут позвонить. Вот только тогда, когда какой-то вопрос надо решить, и именно нужен мой совет или помощь, только получилось все отрублено. Ни звонков, ничего. Хотя и мой телефон, если не в WhatsApp, все никогда. Вот. Я сам тоже не люблю навязываться кому-то, чтобы как дела, почему не звонишь, зачем мне это надо. Вот. Поэтому здесь общение, понимаете, вот как такового, вот так, да, вот, чтобы вот так дружили, ходили друг к другу, такого нет. Во-первых, во-вторых, вот сейчас даже опасно даже это дело делать. Опасно даже. У меня вот в Анталии человек 10 был у меня в гостях, я же вам рассказывал, которые жили в Анталии. Я выкладывался по полной, и плов наварю, и пельмени, и чебурек, и три-четыре блюда, там и напитки разные, все, чтобы угодить, как бы, чтобы человек, это сам, ну, как по нашему гостеприимству, да, у нас мы восточные люди, и, кстати, проходили тоже восточные люди, большинство, приходят, они на стол не смотрят. Они на тебя не смотрят. Они смотрят на квартиру. Ой, такая малюсенькая. А мы живем хорошо. У нас там вот это, сетей живем. У нас бассейн. Ну, я же тебя не спрашивал. У тебя бассейн или чего. И такими этим сад, сидят, как будто чуть ли я холоп хозя, перед хозяином, короче, это. Хотя у нас говорят, что гость выше хозяина, но за равно, вот, Поели, покушали. Я даже еще и подарками как-то одарил. Уходят. Все. Никаких обратных этих приглашений. Я даже не знаю их нигде дома. У меня даже вот близкий друг, вот друг друга братом называем, вот, купил квартиру еще в марте месяце, да, вот в этом году вот в Анталии, да, вот, ну, он, короче, у меня два раза был гостях. я его даже дом не знаю, где находится, где его квартира, я даже не знаю, не знаю просто все, вот, я же говорю, вот, наверное, карма какая-то такая, даже тем, которым я помогал, вот, квартиры там, это самое, они обмывают квартиры с другими людьми, меня, чтобы не приглашали никогда, этого не было, вот. И, видимо, думали, что ай, маленькая квартирка, живет, что его там это? Машина маленькая, что его это? Ну, мне нафиг это, и тоже надо, пусть они это. Поэтому я же говорю, после этого я уже не выкладываюсь, ни перед кем. Никого не хочу гостей, никому тоже не хочу идти. Вот. Пусть в своих виллах сидят, пусть в своих шикарных апартаментах сидят. Вот. Пусть своих, это, как говорится, это самое, да, у меня своя жизнь. Поэтому большинство сейчас приходит в гости, да, большинство не так, чтобы как раньше. Помните, приходили, посидели, там карточки сыграли до да, дурака, да, или да, погонять, Смотрит, как ты живешь, какая у тебя квартира, так одежда ли у тебя какая. Понимаете, вот так люди зациклены уже, блин. Этих людей глаза только, блин, земля насытит под землей. Понимаете? Земля только насытит. Они ненасытные, понимаете? Вот настолько уже на, вещь, вот, на вещи, на квартиры, на машины, на деньги, на состояние. Человек ничто. Человек ничто. Ничего из себя он не представляет. Понимаете? Я же говорю вот так вот. Поэтому... Вот у меня вот соседи турки есть, они вот пару раз пришли, посидели. Вот я к ним пошел, они мне и то после. Я обычно даже после третьего приглашения только иду. Я сразу тут что, сразу бежать не, 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 это не, не то, это. Даже я до сих пор помню. Я из всей семьи такой был, я единственный сын был, вот и четверо девчата, да, и вот когда приходили гости домой, да, а у меня своя своей комната закрывался и там читал книги или что-нибудь такое. А девчата сидят за столом, короче, с гостями вместе кушают. Я не мог. И вот гости говорили, говорят, это сам, у вас же сын есть, давайте пусть он тоже за стол сядет. А ты чуть ли меня насильно с мамой вытаскивали оттуда, чтобы я за стол с ними сел. Я мне стыдно, неудобно было. Вот, даже если куда-то они меня забирали в гости, кушат, может, положат. Ну давай покушай, покушай. Чуть-чуть кусочек хлеба возьму, вот так на обмакну, вот так вот и делаю эти такое. Мне неудобно было. Неудобно было. Вот. А потом во взрослой жизни я ходил, например, в гости, я смотрел обстановку так, за люди, такие за столом. Если люди сидят так по-свойски, да, тогда и кушать хочется, и выпить, и все такое. А когда из себя корчит, начинает вот это сидят, да, за столом, да, отсюда ничего не лезет. Не кушать, не выпить, ничего. Вот. Поэтому я наслаждаюсь своим обществом. Вот я большинству тоже говорю, да, ребят, если вот такое это, да, сейчас дружите с самим собой. Уж сами себя-то вы не предадите. Понимаете? Вот. Так что здесь вот так. Вот у меня вот даже когда сюда я ехал, перед тем как ехать, да, еще в жил, я списывался здесь с земляками, да, будем говорить так, с отечественниками. Вот все обещали, ой, приезжай, только, блин, тут все, короче, мы тебя ни одного из них не видели. Все заняты, все это. В Стамбуле тоже самое говорили, я раза два, наверное, приезжал, хотя они там уже живут по 20, по 15 лет. Я сам в отеле снимал номер, звоню, они приезжали, я выходил, вот. наоборот, я их угощал на улице каком-то кафешке, чтобы домой меня забрали они, и чтобы там посидеть. Не-не-не, абсолютно. Абсолютно. Да я сам бы не пошел бы. Все равно я просто говорю, да. Поэтому здесь вот такая обстановка. Здесь жить надо своей жизнью, спокойно. Вот если нормально рядом сосед есть, с ними дружит. Вот. И то не так бритско, братское это самое, да, а просто вот так вот. Так, знаете, салам алейкум, алейкум салам, все нормально, все хорошо. Вот. И все. И все. И по делам, когда знакомишься, тоже вот так хватает общения. Так что соотечественников собрать, это, это уже мне утопические планы, я уже все бросил. Это утопический, я даже у меня было, ой, я такой фантазер, не обижайся, я откровенно говорю, я такой фантазер, я еще хотел, я думаю, блин, где-то бревна надо найти, баню русскую построить. Потом еще из России друзьям попросить, чтобы березовые березы, веники привозили. Я даже хотел какой-то грузовик купить, чтобы сделать на базе грузовика, старого грузовика купить, передвижную баню такую, парную. Чтобы надо, например, где собрались на машине, подъехал, попарились, скажем, чтобы березы уметь, и там веником. Потом думал, друг другом так делать, чтобы, например, вместе какой-то пикники, вместе выезжать, вместе куда-то, например, какие-то это Это все утопические планы. Утопические планы. Это... Правильно раньше у нас говорили, дорогие, между двумя глазами, говорят, нос стоит. Если бы этого носа бы не было, они это два глаза друг друга бы сажали. Вот сейчас такое время. Понимаете? Вот так вот. Всех вам благ и доброй ночи. Пока.